Вопрос, кем же стать, задает себе каждый ребенок. Блистать на сцене или тушить пожары? Лечить собак или собирать роботов? Выбор велик. В год Человека труда в Чебоксарах основали город профессий, юные жители которого могут примерить на себя различные специальности и, возможно, определиться с делом всей жизни. Все профессии нужны, все профессии важны. Главное, чтобы работа приносила радость и удовольствие. Но как узнать, что подходит именно тебе? На день, став жителем города профессии, можно примерить каску пожарного и украсить торт, приготовить аскорбинку и припарковать трактор. Более 10 организаций и предприятий города знакомят ребят с особенностями рабочих профессий, а также со специальностями 21 века. Знакомить с профессиями как и опытные специалисты, так и те, кто только познал азы. Например, наши юные коллеги, корреспонденты национального телевидения, рассказали ребятам о работе журналиста. Начали с мастер-класса. Интервью с главой города Леонидом Черкесовым. Понравилось ли вам в городе профессий? Здорово, понравилось. И, наверное, всем детям города это надо показать. И к вам в студию привезти, так? Так. Я думаю, здорово. Ну и другие предприятия, я думаю, подтянутся. У нас в городе много хороших предприятий, много предприятий, которые работают успешно. Я думаю, что они тоже подтянутся к нам. И действительно, настоящий город профессий будут. Основали город профессий на площадке Академии современного творчества «Сеспель». Проект продлится до 18 июня. Каждая неделя будет посвящена определенной теме. Например, нынешняя пройдет под аккомпанемент громких моторов. Запланированы флешмобы и выставки предметов труда, игры и викторины. Организаторы обещают, в городе профессий время пролетит весело и интересно. Екатерина Куприна, Андрей Шоклев, Республика.